Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A10. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять размер шрифта на данном устройстве. Для этого мы заходим в настройки этого телефона и в настройках выбираем пункт «Display». Здесь видим размер и стиль шрифта. Нажимаем сюда. Дальше выбираем размер шрифта, где видим вот такой вот ползунок. Если тянуть его вправо, мы будем увеличивать наш шрифт, влево его, соответственно, уменьшать. А в верхней части экрана, то бишь вот здесь, вы видите, какого размера у вас будет шрифт. К примеру, можно сделать вот таким вот большим, или наоборот, вот таким вот очень-очень-очень маленьким. Третья точечка – это шрифт по умолчанию. И на этом будем заканчивать. Больше видео с разными тестами этого телефона, секретными фишками, функциями и так дальше ищите у нас на канале, так что обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. Пока!